Стильно, изысканно, роскошно и познавательно. Бьюти-коктейль в имидж-студии – событие красивое во всех отношениях. Это возможность приятно провести время в преддверии главного праздника года. Все живое притягивает живое, и вот эта атмосферность, она притягивается. Это же феромоны, общение, счастье. Я думаю, что такие мероприятия надо проводить, обязательно делать и встречаться. Подготовка, она же интереснее, чем само празднование, поэтому мы вот всей командой имидж-студии полюбили такие вечера. Вот это такая суета, когда ты заедешь в одно место, в другое, там, в любимое ателье или в любимый салон. И клиенты, на самом деле, мы очень ценим эти моменты, когда мы проводим его вместе. Суета всегда предновогодняя, особенно приятно, когда какие-то открытия, праздники у твоих близких друзей, у твоих партнеров, коллег. Ну, Лена Николаевна, просто Лена, это у нас вообще, я считаю, что богиня красоты, искусства. Поэтому, когда что-то здесь происходит, конечно, приехала ее поздравить, поддержать. Елена Иванова нас приучила пользоваться всем самым лучшим. И нам доставляют удовольствие пользоваться самыми блестящими, самыми роскошными подарками и бывать в самых замечательных местах, встречаться с нашими дорогими друзьями. Особенностью этой встречи стала возможность познакомиться не только с бьюти-новинками сезона, но и с селективными ароматами. Некоторые из них впервые представлены в Челябинске. Дело в том, что мы с Леной достаточно давно знакомы, и эта идея общая возникла. Эту роскошь, эффективные ароматы, сочетать с красотой, которую дает Лена. Новый год – это, пожалуй, единственный праздник с большим количеством пре-пати и авте-пати. И программа «Минимум» на этот волшебный период – получить максимум удовольствия от общения с близкими, родными и просто давними знакомыми, приятными людьми.